Молодые и талантливые продолжают демонстрировать свои вокальные данные в финале конкурса «Я люблю тебя, Россия». С каждым годом фестиваль становится популярнее. Растет и количество участников. В этом году в нем участвуют более сотни молодых людей со всей республики. Была на мероприятии и моя коллега Зумруд Гамидова. Традиционно со всех районов в столицу республики съезжаются молодые и талантливые ребята, чтобы в очередной раз сказать «Я люблю тебя, Россия». Я подъем земли своей. Я, как юноармеец, хотел спеть песню для России, и я гражданин России. Каждый человек должен отстоять за свою родину и быть мужественным. На сцене русского театра звучат голоса тех, кто стал победителем на муниципальном уровне. Другими словами, здесь собрались лучшие вокалисты республики. Без исключения, все ребята владеют вокальными данными. Все они разных возрастов, от совсем юных до уже достаточно взрослых, которые участвуют в конкурсе не в первый раз. Для многих это ступень для будущей карьеры. Большинство ребят мечтают профессионально петь на большой сцене. Это поднимает какой-то патриотический дух, то есть это как-то сплочает народ. Это все-таки межрегиональный конкурс, и также можно испытать удачу или же свои силы проверить. По словам организаторов, фестиваль стал площадкой для раскрытия творческого потенциала участников, выявления талантливой и, главное, патриотически настроенной молодежи. Цели в рамках реализации нашей программы и патриотического воспитания. Но большой интерес у молодежи, большое количество коллективов приняло участие. Прививаем любовь к родине, патриотизм в молодежной среде. В основном же песни посвящены Великой Отечественной войне и героизму наших и героев России, Великой Отечественной войны. Поэтому такой фестиваль, я думаю, и зрителям, и участникам очень интересно. В следующем году участники конкурса попробуют свои силы на Всероссийском фестивале патриотической песни в Москве. Россия, Россия, в этом слове... Зумруд Гамидова, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.